Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Третье место в стране заняла Кировская область по налоговым поступлениям от леса. Это стало возможным после того, как в регионе провели работу по борьбе с теневым рынком и занятостью в лесной отрасли. В 2023 году были проведены проверки, выявлено около 100 нарушений в части незаключения трудовых договоров, либо ухода от налогов. Это позволило дополнительно привлечь в бюджет области почти 240 миллионов рублей, сообщили во время совещания по вопросам декриминализации лесной отрасли. Также удалось добиться сокращения объемов незаконной заготовки древесины, снижения размера экологического вреда и повышения поступлений в бюджеты муниципалитетов. По итогам прошлого года Кировская область заняла третье место в России и первое в ПФО по налоговым поступлениям от лесной отрасли. В Кирове началось строительство новой улицы. Чистопрудненскую продлят от Ивана Попова до Производственной. Работы ведет Вятавтодор. Будет построено более 600 метров дороги в две полосы, а также тротуары с двух сторон и велодорожка. Будут установлены новые дорожные знаки, пешеходные ограждения, благоустроены газоны и смонтировано освещение. Сейчас на объект завозятся строительные материалы, выполняются подготовительные работы. Сдать дорогу должны в ноябре 2024 года. В эфире «Экономика». 75 миллионов хотят направить в Кирове на подсветку зданий в центре. Власти начали поиск подрядчиков на выполнение работ. Заключить хотят два контракта. Начальная цена первого – 85 миллионов, второго – 90 миллионов рублей. Победители аукционов определят 19 апреля. Они должны будут сделать подсветку более чем 50 домов в центре Кирова. В основном в списке объекты на улицах Спасской и Московской. Также есть здания на Карла Либкнехта, Динамовском проезде, Герцена. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».